Ребята, всем привет! Хочу сегодняшний влог начать с нашего обеда. Очень вкусного. Вот такого прям, как сказал бы Паша, просто у-ля-ля. Что у нас сегодня будет на обед? Что-то очень вкусное. Бешамель, болоньез. Это будет лазанья. Покажу вам процесс приготовления маминой лазаньи. Вначале идет соус бешамель. Далее листья лазаньи. И выкладывается слой фарша. И теперь сверху сыр. Не очень много. Потом еще сверху опять соус бешамель. Далее снова повторяем этот же слой. Фарш, сыр, соус бешамель. Закрываем листьями лазаньи. И снова соус. Она прям плавает в нем. Да. И сверху снова сыр. Можно больше положить. Можно немного. Главное, чтобы он не подгорел в духовке. Вот что получилось. Лазанья готова. Наконец-то сейчас будем кушать, потому что запах на всю квартиру уже охота это все съесть. У-ля-ля. Всем приятного аппетита. А кто это такой красавчик с этикеткой? Я, чтобы все знали, сколько она стоит. Что ты в новой футболке, да? Да, новая футболочка. Вот так хожу, как бы. Видите, новая. Нет, тут, скорее всего, подумают, что ты такой ее надел и пойдешь вернешь в магазин завтра. Тогда бы я вот так ходил. Американцы. Спрятал вот так. Я думаю, что там колется. Есть нужно? Мы сегодня решили побыть немножко туристами. И мы приехали в казино. Куда ты пошел? Как-то так. Больше ничего нету. Мы приехали вначале в Беллатио. Здесь новая экспозиция. Столько цветов. Прям так очень сразу пахнет. Так волшебно. Какая-то итальянская тема. Итальянская музыка играет. Гортензии просто вау. Лимончики типа. Типа лимончики растут. Догадывайтесь, куда мы пришли. Это казино «Фламинго». Здесь вот на улице такой уголок, и здесь живые фламинги. Фламинго, ты, скорее всего, не склоняется, да? Они там что-то, у них мухач какой-то. Забавно. А вот смотрите, здесь спит. Как ненастоящий, если честно, выглядит. Здесь такие огромные карпы, или как они там, кой называются, или того что-то. Вот бы их тут половить. Ой, я даже правильно сказал, называется кой, что-то там карп японский. Ну я молодец какой. О, вон он белый огромный. Фига он большой вообще, гигантский просто. И там маленький такой карпик. Вообще, отель «Казино Фламинго» – одно из самых старых казино в Лас-Вегасе. И его основал, так скажем, мафиози. Я не знаю, кого зовут, но его все звали Багзи. Багзи.
Багзик, короче, ну вы поняли, да? И тут заходишь, когда в казино, там Багзи бар, Багзи кабаре. Вот. Мафия раньше же правила в Лас-Вегасе. Пойдемте посмотрим на бассейн. Мы ни разу не видели фламинго, какой он. Здесь можно пожениться. Здесь часовня, так сказать. Вот, там сегодня кто женится. А бассейн вообще где-то там, блин. Тут даже не пройти ничего. Там нет никого. Вот он где, оказывается, бассейн основной. Нам туда просто так не пройти. Мы вовремя приехали в MGM Grand. Здесь выступает сегодня Кевин Харт, и мы минут 20 парковались, наверное. Но приехали мы сюда, чтобы сходить с родителями в магазин M&M's и Coca-Cola. Вот. Просто самое ближайшее казино с парковкой, чтобы быстро дойти. Мы сейчас выйдем, даже по улице практически не надо идти, сразу в магазинах. Кто ваш любимый M&M's? Мне нравится зеленая и голубой. Мы поднялись на второй этаж, где самые вкусняшки. Папа уже увидел эту стену. Стену. Вот она. Просто стена M&M's. Всяких разных, разноцветных. Решили взять вот такие вот ганчи эспрессо. Нам понравились. Конечно. Я бы еще, может, малиновые взяла. Взяли немножко M&M's. Это эспрессо, это малиновый, а это неаполитанский на мороженое похож. Какой нам милый пакетик дали, смотрите. Малесенький такой. Здесь 4 этажа. Поднимаемся еще выше. Здесь, конечно, очень много сувениров всяких. Ну, прикольно все сделано так. Интересно. Кружки. Здесь, кстати, кинотеатр 3D. Показывает мультики. Мы были один раз. Сейчас уже... Это под кофе? Это ночной горшок. Под кофе. Ночной горшок. Ночной горшок. Ой, чё? Ой, мне нравятся очень игрушки у них. Такие классные. Вот, синий. Синий такой, он как будто выпил уже или покурил. Банда. О, маленькие. Мороженое! Мороженое. Вот это да! Вот кинотеатр, с той стороны был выход. Наверное, уже закончили шоу. А, нет, 8 вечера последнее. А здесь можно самому написать на M&M's, что ты хочешь. Допустим, имя, либо какую-нибудь картинку. Можно написать, допустим, Катя. Прикольно. Вот что можно написать на M&M's. Прикольно, что здесь есть Лас-Вегас и всякие такие штуки. Нифига как много, вот еще разные символы. Не знаю, кстати, сколько это стоит. Нигде не написано. Мне кажется, это бесплатно делать, просто постоять придется. Да, ну у нас все M&M's другие, это надо здесь покупать. Да, на которых не написано ничего. Здесь есть примеры. Вон написано, допустим, summer fun, разные символы. Вот еще. Вообще классно, кстати, как подарок. Ну, вот можно футбольный мяч, допустим, смотри. Сейчас тему футбола. Следующий магазин.
Кока-колы. Где Мишка? Он обычно здесь стоит. А, написано, скоро вернется. Ой, прикольные вот эти штуки, мне нравятся. Смотри, фонарик Кока-колы. Круто. Видно? Да. Мишутки, кепки. Папа, это тебе. Нет, не могу. Ой, тут много кепок. Еще классные всякие шапки. Всякие пижамки. Классно. Шорты. Да, они мягкие такие. Киса. Что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Вставай на меня. Давай спать. Давай. Давай спать. Тут давай. Так это надо спать, умыться. Получается так. Я уже 4 минуты снимаю, как ты спишь. Я не сплю. Я не сплю. Всем до завтра и пока. Да, я не шучу. Пока-пока.